Обеденный стол в Винтерфелле развернут в другом положении. Почему? В символ того, что он победил Старка. Да! Абсолютно верно! Болтон перевернул стол, чтобы показать изменения в правлении Старков, что все, теперь главное здесь Болтон, я делаю все как хочу. Конечно, молодец! Кто убил жреца Света Тороса? Кто? Да, медведь! Зомби-медведь!